есть ли ты ВКонтакте? Знаешь такую социальную сеть ВКонтакте? А Инстаграм? Твиттер? Как же я тебе завидую. У тебя есть лучшая подружка в садике? Да, Марина. Марина. А вот пока ее нету, вот, не могла бы нам рассказать ее секретик небольшой, а мы, честно, никому не расскажем. Она любит Equestria Girls. Что? Equestria Girls. Такие куклы. Там Искорка, Applejack, Rarity, Fluttershy, Rarity и Радуга. А нам об этом точно можно знать? Есть ли у Жени какой-то секрет, который он с тобой поделился и попросил никому не говорить? Да. Да? Расскажи, пожалуйста. Когда я вырос, он мне сказал, что мне даст жвачку. У меня котик есть. У тебя котик? На плите обжег усик, и ты никому об этом не сказал? Маме сказал. Маме сказал. Хотя мама мне сказала. Что мама сказала? Что котик обжег усик. У тебя друзей много в детском садике? Да. Сколько? Кирилл, Егор, Матвей, Лера. А они делятся с тобой какими-то секретиками? Да. Да? Ты можешь нам что-то сказать какой-нибудь? У Леры есть алмазы. Алмазы есть у Леры? Да. Это кто ей дал алмазы? Нашла она. Нашла алмазы? Шла по улице, нашла алмазы? Да. Ну да. Угу. И что она с ними делает сейчас? Хранит. Ну, то есть просто держит у себя? Да. А не делится алмазами ни с кем? Нет. Я отдала один. Тебе все-таки отдала один? Да. То есть у тебя сейчас тоже есть алмаз? Да. А ты можешь нам его сейчас показать? У него дома. Я нечаянно, когда Кирилл здание хранили, спальни секрета, эта машинка, я отобрала у них секрет. И машинку отдала Наталье Алексеевне. И Кирилл сказал, что я на нем не буду жениться тогда. Так, а ты ему что в ответ сказала? Ничего. А ты ему в ответ бы сказала, да не очень не хотелось бы. Или хотела все-таки выйти замуж за Кирилла? Хотела, да? Ну, все равно выйду. Все равно выйдешь? А как ты его заставишь? Прости меня за все, за то, что я слепа. Поехали, глаз прошла. Я на тебя хочу жениться. Прости, малыш, но я не твой.